Здравствуйте, на канале День из интернета. Перед просмотром попрошу поставить лайк, подписаться на канал. В этом видео я вам поговорим о той игре, как MetaBytes. Это, скажем так, NFT-шная игра в виде там пиратства, пиксельные такие вот корабли, как можно в Майнкрафте. И что здесь еще можно сказать? Что здесь есть вот такие вот персонажи, то есть за ихних ор монеты можно покупать вот таких вот персонажей, их улучшать, прокачивать. Также, например, вы путешествуете по разным островам. В этих островах вы добываете 4 токена. За эти токены тоже вы улучшаете, можете улучшать свой личный корабль, своего, скажем так, NFT-шного капитана. Плюс, помимо этого всего, заработок в чем еще идет? В том, что вы можете нападать на других игроков, отжимать у них эти монеты, плюс отжимать NFT-шные острова. Эти острова можно тоже покупать, чтобы добывать различную криптовалюту, точнее различные токены. И вот такие вот есть основные 4 монеты, какие там F-Game, S-Game, V-Game, E-Game, чтобы получить данную криптовалюту R. То есть вот такая вот простая игрушка, можно сказать. Это, грубо говоря, спонсоры данной игры. Это мы видим. К сожалению, на команду разработчиков пересылку и ссылками на их соцсети, к сожалению, пока мест нет. Если, например, что попасть в именно в whitelist, то нам нужно перейти в Discord. Видим, да, в Телеграме 5000 человек, в Дискорде 30 тысяч человек. Принять приглашение. В Дискорде, как правило, общаются люди на английском языке. Все, подключаюсь. В общем, чтобы здесь общаться, ну, все здесь на английском языке, то нужно, ну, включать, скажем так, нажимая правой кнопки мышки или другим каким-то способом, о переводчике, чтобы он переводил все эти надписи, все, что пишут. Я, например, английский язык. Если вы знаете, то вам намного проще. Вот, через это можно будет попасть в ранний доступ, именно whitelist. Так же самое есть в данной игре тоже дорожная карта. Ссылка будет в описании на данную игрушку. Если вам понравилась данная игрушка, вы можете зайти в нее посмотреть. Сейчас посмотрим, как будет вообще происходить вся механика игры. Посмотрим их видеоролик. Ну, то есть видели, да, как будет происходить бой и как будет происходить сама механика игры. То есть путешествие можно отжимать будет, ну, такое. Спасибо за просмотр, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Также у нас есть Telegram, наш канал, где мы рассказываем еще больше информации о разных аирдропах, NFT-шках бесплатных, где можно получать и как, о разных играх и о всем остальном другом. Спасибо еще раз за просмотр, всем пока.